Ребятушки-октябрятушки, всем приветули. Смотрите, какие у меня посылочки. Авито доставка работает. Класс. Да, букашка. Я только сейчас с почты. Это значит инженерная версия, ребзя. i9. Это у нас i9. Intel Confidential тут написано. i9-7900X. В общем, это инженерник. И под него плата на LG2066 MSI. Ну, все это у разных покупалось. Блин, одной рукой так неудобно это открывать. Да, букашка, одной рукой это неудобно. Давай мы так поцарапаем. Да. Или поставить на паузу, открыть, да вам показать. Ебой, ну да. Кочкама! Кочкама! Только я распаковал. Кочкама тут давай сразу рвать, дербанить. Коты! Короче, хорошо, у меня упаковка, я только открываю, ребзи. А тут такой болит. Думаю, чё? Блин, может, нам какую-нибудь шляпу мне прислал? А я уже подтвердил все прям на эти 3-гиговые поли. Думаю, блин, 1060. Да нет, открываю такое, все нормально. Фух, выдохнул. Ребзя, выдохнул. Вот она. MSI, томагавка. Ебой. Короче, там магазин был практически, где я заказывал. Это практически тот магазин. Хорошо, хоть тут BIOS можно сбрасывать. Вот это не знаю, что такое. Почему так повернут этот Type-C-шник один. И много PCI Express. Классно. Но в каком они режиме, по-любому, наверное, вот эти будут X16.2. Да? Но я уже захотел, ребятушки, я сейчас пожалел, что я купил эту плату. И у меня еще одна придет, идет MSI похожая. Я пожалел, почему? Потому что я увидел, у меня еще лежит же этот. Да ёб твою мать. Меня там все отвлекает и отвлекают. В общем, сейчас я попробую запустить, да. Попробую даже две вьюхи сюда впилить, будто они будут 16 работать, не знаю. У меня еще лежит процессор Threadripper 1920. Какой-то малюха. Сокет. Чё с сокетом? Как будто его пиляли чем-то, да? Непонятно. Фокус. Короче, Threadripper лежит. В итоге я уже даже Threadripper не хочу. Потому что я что-то на него плату нет. У X299, у него прикольно, что у него 40 линий есть PCI Express, да? У Threadripper 60, но я что-то не найду сейчас на данный момент, я не найду нормально плату по Threadripper. Авито вообще хрень предлагает. Потом я периодически просматриваю eBay и нашел, ребятушки, что я нашел? Я нашел AMD Epic. Epic. Ну, он как бы простенький, 8-ядерный, 8 ядер 16 потоков. Но, да... Петух пушистый. Но у этого Epic 128 линий, по-моему, PCI Express'а. И плату я нашел, в принципе, гигабайтовскую, новая, правда, ничего нету, бушки, что-то я ничего не вижу. О, классно, здесь еще пускоды есть. Ебой. Вот. И я подумываю, честно, ребят, и он недорогой, Epic, дешевый, как мой Threadripper. За эти же бабки можно только Threadripper 8. У него больше линий PCI Express, это же очень классно на будущее задел, правильно? Надо же думать о будущем. Вот, поэтому я, блин, уже и это как бы неохота мне. Мне уже то охота. Ну, не знаю, сейчас заведу, попробую все это дело. Посмотрим, посмотрим.